Вынужденные переселенцы, отказавшиеся возвращаться на освобожденную от оккупации территорию Азербайджана, лишатся этого статуса. Как передает канал 13, об этом заявил заместитель председателя Государственного комитета по вопросам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов. В таком случае потеряют свое действие все льготы, применяемые к вынужденным переселенцам и приравниваемым к ним лицам, сказал замглавы Госкомитета, добавив, что для переселившихся на освобожденные территории вынужденных переселенцев предполагаются различные льготы и преференции. Гусейнов отметил, что большое возвращение на освобожденной территории – процесс сложный и разносторонний. На освобожденных землях уничтожена почти вся инфраструктура, населенные пункты, значительная часть территорий заминирована, и очередным шагом должна быть очистка от мин, не разорвавшихся боеприпасов, химических и иных веществ, сказал представитель Госкомитета. После этого начнется создание инфраструктуры, уже начаты работы в этом направлении согласно указаниям президента. После обеспечения водоснабжения, газоснабжения, возрождения городов и районов можно будет говорить о возвращении беженцев и вынужденных переселенцев, подчеркнул Фуад Гусейнов. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.